Привет, девчонки! Я вспомнила о Житомирской обувной фабрике, которую я не снимаю каждый день. И вуаля, мой новый лук. Снег, Новый год скоро, синий шарф и новый лук от меня. Это шубка. Шубка МДК. Это Монпасье, звезда вселенной. Вот, какая красивая звездочка. Ну, на моих руках вы уже видели Монпасье. Это тоже Монпасье. И это Монпасье. Видите, моя прическа даже под дождем, а сейчас в Киеве дождь, благодаря Шварцку, осталась прежней. Разве что стала еще краше. Итак, это на мне шарфик МДК. Это шубка из шиншиллы, тоже МДК. Это прекрасная звездочка Монпасье. Брючки роза. Перчаточки длинные, тоже МДК. Вот они вот так, очень удобно. И теперь я показываю хит сезона. Сапоги не убивашки, замшевые, зимние. Я их не снимаю. Вот, вуаля, какие хорошие сапожки. Раз, два, в них очень удобно. Я их ни разу не снимала еще. И вот так они прекрасно выглядят. Смотрите, раз, два, раз, два. Шикарные сапожки, сейчас на них крупный план сделаю. Вот, опс. Девочки, смотрите, какой шикарный сапожок. Так, где он там? Очень удобный. Вот так, вот так, вот так. Вы знаете, я даже пропитку водоотталкивающую на них не наносила. Очень удобные, хорошо смотрятся. Нога в них очень удобно себя чувствует. И вот так же Житомирская обувная фабрика, просто the best in shoes. Вуаля, а как всегда от меня новый репортаж, ждите. Люблю, целую. Весна, а я на морозе со снегом. Пока-пока.